В любом случае мы должны по этому направлению работу активизировать. В любом случае мы должны искать любые источники для профилактики, для борьбы, для лечения с этой болезнью. Разработан и внедрен проект для предприятий региона «Сохраним здоровье на рабочих местах», который получил высокую оценку федерального министерства. Вероника Игоревна Скворцова предложила внедрить его в других регионах России как пример эффективной инновационной практики. Большой шаг был сделан в прошлом году, когда, несмотря на сложную финансовую ситуацию, губернатором нашей области Васильевичем Голубевым было принято решение и в бюджете выделено на профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и закупку заменителей грудного молока 2 миллиона рублей. Ежегодно. Практически никто не принял такого решения из других регионов страны.